Гостиный двор исправил недочеты. Напомню, в марте в ходе внеплановой проверки Госпошнадзор выявил в крупном торговом центре Магнитогорска 82 нарушения. Прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть комплекс до их устранения. Иск был удовлетворен. Однако замок на двери так и не повесили. Вместо этого 17 мая прошел еще один осмотр. Сотрудниками МЧС России по Челябинской области осуществлена выездная неплановая проверка ООО «Имперес», по результатам которой установлено, что в торговом центре «Гостиный двор» устранены все выявленные нарушения требований пожарной безопасности. Нарушения устранили еще до вступления приговора в законную силу, поэтому закрывать «Гостиный двор» не будут. Однако наказание за несоблюдение правил пожарной безопасности владельцы торгового центра все же понесут. Вместе с тем, по результатам проведенной проверки прокуратурой района были возбуждены дела об административных правонарушениях, в ходе которых ООО «Импер-С» как юридическое лицо привлечено к административной ответственности, и им назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Вместе с тем привлечено к административной ответственности должностное лицо, на него возложен штраф в размере 6 тысяч рублей. Напомню, массовые проверки в торговых центрах прошли по всей стране после пожара в Кемеровском ТРК. Тогда погибло 60 человек, в том числе 37 детей.